Бывая за границей, Боголюбов знакомился с произведениями лучших западноевропейских художников. Так, в 1847 году, будучи лейтенантом на фрегате «Камчатка», он побывал в Лондоне, где впервые увидел пейзажи Тернера. Боголюбова поразил их оптимизм, гармоничная красочность, бурлящая вода, стремительно летящие облака. «Гармония красок навсегда запала в мою душу», – написал Боголюбов в своих заметках моряка-художника, рассуждая о Тернере. В том же году на острове Мадейра произошла встреча Боголюбова с Карлом Брюловым. Об этом важном для себя событии Боголюбов рассказывал так. Брюлов попросил, конечно, из вежливости, показать работы, которые были в папке. Сделал замечания по рисункам, но, увидев этюды с натуры, сказал: – «Эге, да вы, батюшка, краску бойко месите. Продолжайте, а главное, рисуйте построже». Этот отзыв великого русского художника вдохновил Боголюбова, и он с еще большей энергией принялся работать, решив целиком посвятить себя искусству. С европейской школой живописи Боголюбов познакомился в 1848 году, посетив музей Амстердама, Харлема и Роттердама. О живописных работах этого времени дает представление картина «12-пушечный пароходо-фрегат Камчатка». Условность композиции и освещение, наивная пестрота красок делают эту картину похожей на эскиз театральной декорации с прыгающим по волнам игрушечным корабликом. Нет ничего диковинного в том, что молодой художник внимателен к деталям. Он еще неопытен и далек от мастерства, пишет подражательно и испытывает влияние Марина Айвазовского, находившегося тогда в зените славы. В конце 1848 года президент Академии художеств герцог Максимилиан Лихтенбергский совершал на пароходе «Камчатка» путешествие на остров Мадейру. Герцог заинтересовался рисунками молодого лейтенанта и посоветовал ему серьезно заняться живописью. «Заместо того, чтобы быть дюжинным офицером, — говорил он, — будьте лучше хорошим морским художником, знатоком корабля, чего у нас нет в России. А эта специальность лежит в вашем образовании». Впоследствии герцог получил у Николая I разрешение принять Боголюбова в Академию художеств с оставлением его во флоте, потому что художник не имел других средств к существованию, кроме тех, что давала ему морская служба.